завершился торжественным танцем-шествием. Свое мастерство показали 30 пар. В исполнении школьников гости увидели французский минуэт и фигурный вальс. Между танцами, как и полагается на балу, пары играли в фанты, читали произведения классической русской поэзии, слушали романсы и вели светские беседы. В год литературы мы попытались все-таки создать действительно атмосферу бала 19 века. И не случайно мы начали с отрывка там классики «Нестареющий военный мир» Льва Толстого. И вот это было отличие основное от прошлого года. То есть мы действительно, школы наши готовились, ученики, педагоги в течение 2 месяцев каждый разучивали бальный танец. И сегодня мы это все увидели здесь. Среди приглашенных лидеры и активисты молодежных общественных объединений, военно-патриотических клубов. Это ребята, которые в этом году показали достойные результаты, участвуя в различных конкурсах, фестивалях не только в районе, но и на федеральном уровне. Надежда Голованова из села Таскино получила денежную премию в номинации «Умники и умницы». Говорит, главным достижением стала хорошая учеба и участие на олимпиадах на протяжении года. Я думаю, что такие мероприятия очень нужны. Мы здесь все встречаемся, общаемся, смотрим на друг друга, смотрим, каких высот можно достичь. И вообще на других посмотреть, на себя показать. Также это очень красивое мероприятие, просто полюбоваться, провести хорошо время. К яркому и зрелищному событию старшеклассники готовились около 2 месяцев. Репетировали, подбирали праздничные наряды, выбирали прически и украшения. У некоторых ребят уже был опыт бальных танцев, а кто-то танцевал впервые. Я бы пожелала всего самого хорошего, здоровья обязательно, очень хорошо провести каникулы и, конечно же, знаний больших и любить родину. Эти балы способствуют тому, что наши участники балов, в том числе в том, что у нас есть номинация, они собирают портфолио, работают над своим творчеством, над своими другими, в спорте и в других видах. В этом году, в связи с тем, что год литературы, мы решили провести бал, посвященный тематике «Война и мир». Отличившиеся ребята поздравили друг друга с волшебным праздником, пожелали продуктивной работы, творческих побед и счастья в новом году. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.